Идея конкурса в привлечении потенциала молодежи к решению острых вопросов социально-экономического развития российских регионов, городов и сел. В этом году конкурс «Моя страна, моя Россия» отмечает свое 15-летие. За прошедшие годы участие в нем приняло более 47 тысяч молодых людей из всех субъектов страны. Треть авторских проектов реализуется на практике. В этом же году СГУ выступает в качестве соорганизатора конкурса. Транспортная инфраструктура, ЖКХ. Улучшить с помощью своих проектов можно любую отрасль. Только вот проект должен быть детально проработан и экономически обоснован. То есть взрослые серьезные проблемы, которые невооруженным взглядом видят и школьники, и студенты, как они бы их решили? Это перспективные для университета и с точки зрения привлечения абитуриентов, с точки зрения продвижения студенческих инициатив. Студентам СГУ есть с чем участвовать во всероссийском конкурсе. К примеру, третьекурсник Аркадий Лачинян подготовил к реализации проект «Альтернативные методы дивертисментации». Речь об агротуризме. Студент знает, как в Сочи можно заработать, развивая одно из перспективных направлений. Важность проекта уже отмечена на региональном уровне. Авторский проект занял первое место на выставке сельского туризма в краевой столице. Это попытка, скажем так, переосмыслить аграрный туризм и привнести что-то новое. Мы планируем, что мы сможем привлечь новые группы людей и, в принципе, скажем так, по-новому показать агротуризм в крае. Мы попытались опыт квест-румов, квеста вообще перенести на аграрный туризм. Все эти мероприятия – это отличная возможность для самореализации. То есть нельзя преуменьшать их важность. Ответственный секретарь конкурса «Моя страна, моя Россия» провела сегодня со студентами СГУ дискуссию и уделила внимание практическим моментам. Ну а то, что у молодежных проектов есть перспектива, доказал очередной участник всероссийского конкурса из Ростовской области. Сегодня он участник международного инвест-форума, который открылся в Сочи. Галина Моисеева, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания ИВКТ.